Буэнос диэс, братва. Ядерно рассветный заряд ваш экран, а это значит, что мы уже в северном блоке тюрьмы. И это амнезия, призрак прошлого. Садимся поудобнее, берем лисички. Ну еще поехали. Августа, 1839 год. Я приехал в деревню Альтштадт. Тихое место. Я снял номер в мельнице, единственной гостинице на всю деревню. И теперь жду рассвета. Они погибли. Маслице. Кизлодап какая-то. Свинячьи тушки. Черик пиздыкхоя коко. Опиум. Хорошо, хоть не кокаину. Так, пиздим две баночки. Гасимся. Гасимся. Все еще там. Шоу уже. Был зомбия. 3 августа 1839 год. Такое ощущение, что я сбежал от мирской суеты и забот. Бреннан барон Александр человек своеобразный, но приятный. Он в курсе того, что творится в мире, и совсем не похож на экстра. После захода солнца сказочный Бренненбург становится мрачным и зловещим. Странноватые слуги Александра вечно снуют поблизости. Они ведут себя тихо и все время... Он в безопасности?
Это для его же блага. Скоро все будет готово. Подождем. Так будет по одной фразе высирать, я не пойму. Он сбежал? Ждем сейчас. Что за глючильня-то, блядь? Пафл нафуй. Пафул нахуй. Пизда эта дверь ёбаная. Монстро ушло, потому что никого не нашло. Тарик ебаный. Еды, блядь. Сидим нахуй. Пердим. Ну-ка. Ну-ка.
Где там гнилозавр? Есть ты там, нет ты там. А нет тебя тут. Ну и пофол тогда нахуй. И пошел нахуй, животное ебаное. Да, блядь. Опа. Эй, ты. Что? Не приближайся. Я просто... Да хочу уйти. Не выходи наружу. Там слишком опасно. Я все расскажу Габриэле. Сомневаюсь. Ох ты ж ебать. Еды. Ну все, мне пизда. Иди сюда. Иди отсюда. Сука, дотянулся, пидор. Знаете, чем это попахивает? Да это же... Тактическое подыхание. Во, придумал. Трупачок, трупачок, трупачок. Заходить в горящий дом. Надо было головой думать. 4 августа, 1839 год. За чаем Александр рассказал мне все, что знал. Судя по всему, сфера отбрасывает длинную черную тень. Я сказал, что мне нет дела до могущества сферы, и что я хочу избавиться от нее. Александр отговорил меня, ведь так я все равно останусь связан со сферой, и в итоге... Чё-то меня уже подрубать начинает, ну да ладно. Где-то мабло бегает. А, вон оно. Придется делать тактический подох, по-моему. Или нет? Или все-таки нет? Так. Козырно. Даже не понадобился тактический, чтоб ты сдох. Где блядская кухня? Что с ней случилось? Ёбаный потрёпанный. Вот она, кулина.
Ага, вот оно очко, которого я выполз. Водка, пиво, молочко, я ебал вас всех в очко. Сидим за свиными тушами. Походу придется сделать тактический подох. Вон говно. Сколько душ на улице? В магаз выйти. Пиздец. Вон говно. Стоит говно. Сука, гнилозавры! Гнилозавр, блять. Чё, гнилозавр съебался, что ли? Вон пиздует. Так, упиздил. Шик. Блять, походу мне придется все-таки идти за гнилозавром. Пошел в зад, говно. Так вы используете коллектор для перевозки? Да, его построили для отведения вод подземного источника. И тоннели весьма просторны. Мы его задействовали, и это было удачное решение. Но мы им не воспользуемся? Не сегодня. Уровень воды меняется, и когда источник иссякает, в сырых тоннелях вырастают грибы, которые отравляют воздух. Разумеется, у меня есть противоядие, но сегодня оно нам не понадобится. Пойдем, нам сюда. Мы почти пришли. Так, где-то тут из стены должно хуярить масло. Вот, по-моему. Hmm.
Как писюн упал, значит лезем вверх. Так, ну а что было дальше? Мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх и до скорого.